Этот нишевый аромат произвел самый настоящий фурор в Инстаграм после того, как Оксана Самойлова назвала его космическим запахом бешеной свежести и добавила, что таких ароматов больше не существует. И именно этот аромат она искала всю жизнь. Мы все привыкли, что восточный аромат – это что-то очень громкое, насыщенное и, как правило, крепкое. Но тем сильнее удивление, когда впервые чувствуешь маскашмир. Представьте, что вы просыпаетесь на идеально чистых шелковых простынях, в дорогом отеле, и мягкий шелк скользит по коже, а на лице лучи теплого света. И это маскашмир. Неуловимый, ускользающий, но при этом очень стойкий. Верхние ноты этого аромата представлены белым перцем и сливочной горденьей. В сердце аромата лежит легкая пряная гвоздика. Шлейф этого аромата представлен бархатистым сливочным сандалом и белым мускусом. А если тебе также нравятся подобные ароматы, обязательно ставь лайк на видео и подписывайся на нас.